Председатель Кабинета министров Акылбек Джапаров и заместитель председателя правительства России Алексей Аверчук приняли участие в работе 6-го Кыргызско-российского экономического форума, который проходит в Иссык-Кульской области. В своем выступлении глава Кабинета министров отметил, что в современных условиях изменения мирового порядка и усиление глобальной конкуренции создают как вызовы, так и возможности для всех стран. Акылбек Джапаров подчеркнул, что торговля – это ключевой столб сотрудничества Кыргызстана и России. В 2023 году товарооборот между двумя странами превысил 3 миллиарда долларов. Главами государств поставлена амбициозная задача довести этот показатель до 5 миллиардов. Кроме этого, по инициативе Кыргызстана разрабатывается новый мультимодальный транспортный маршрут, который соединит две страны через Узбекистан и Туркменистан. Используя паромное сообщение по Каспийскому морю, которое послужит мощным импульсом развитию логистики и ускорит товарооборот. В своем выступлении председатель Кабмина обозначил, что энергетика остается одной из ключевых сфер кыргызско-российского сотрудничества, упомянув реализуемые с Росатомом проекты по строительству малых гидроэлектростанций, а также ветровых и солнечных электростанций. В рамках форума Акылбек Джапаров и Алексей Аверчук посетили выставку промышленных товаров. Наш ВВП в 2023 году достиг 1 триллиона 229 миллиардов сомов. Государственные доходы удвоились с 2021 года, и ключевые макроэкономические показатели продолжают улучшаться. Это результат слаженной работы нашей страны, направленной на устойчивое развитие и модернизацию экономики. В этих условиях неизменно одно. Россия остается и будет нашим стратегическим партнером, с которым нас связывают не только экономические интересы, но и многовековые культурные, исторические и социальные узы. Векторы нашего развития четко обозначены в межправительственной программе экономического сотрудничества на 2022-2026 годы. Сейчас, как никогда, важно не просто укреплять наши связи, но и действовать слаженно и решительно, чтобы совместными усилиями преодолевать вызовы и открывать новые горизонты.